Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. Так, ежедневные награды я забираю. Неплохо. Так, идем сразу же в магазин и открываем с вами колоду. А знаете, что самое интересное, да? Что я, когда в последний раз проходил-то ее, наверное, часов 10 назад, и зашел, короче, в задание и смотрю, что сброс через 11 часов. Как такое может быть? Я не понимаю, ребят. Зависло, что ли, у них там или как? Не могло у нас вот сброс обычно 12 часов, да, по-моему, между этими, как сказать, между последними прохождениями. А тут 11 часов, как будто, знаете, я не выходил из игры, или как будто она просто была в режиме паузы, то есть даже время не шло. В общем, мне не дают пройти испытания. Ладно, хорошо, фиг с ним, будем без них сегодня, ребята, играть. И в первую очередь, что бы я хотел сделать, это проапать Микеланджелу навык. А навык какой? Естественно, ребята, танцпол. На него я копил, и его я апаю. На четвертую ступень, отлично. У чего там? Улучшает уклонение на 60%, ребят, на 60%. О-о, вот это круть, вот это обалдеть. А если мы, интересно, ему пропаем шестую ступень, там сколько будет? 80% уклонений. То есть фиг кто по нам вообще может попасть тогда, да? Замечательно. Так, ну что же. Ребята, у меня опять, смотрите, как быстро кончаются мои эти телепорты. Хотел, думал сейчас с вами пофармить этого Усаги. Может быть, рискнуть? Как думаете? Давай рискнем. Черт подери. А так, ну, Рокстеди, ладно, хорошо, хоть Рокстеди выпал. Е-е-е, ребята, вот это другой разговор. Три Усаги, да? И давай попробуем здесь. Две попыточки, да? Ага, Леонардо ролевой, ладно, сгодится. Блин, приманка для маузеров, а так? Еще, ребята, одну попытку. Была, не была. Эх, блин, мне просто жалко, ребята, тратить телепорты вот на это все. Но Усаги не жалко, если бы у меня, например, их было бы очень и очень много. Ну, вы сами понимаете, 100 штучек стоит 500 баксов. Это очень дорого, на самом деле. Я лучше, наверное, поищу, знаете, кого? Я лучше поищу, наверное, три раза нашего Бибопа, да? Как всегда, мимо. Так, есть ДНК, отлично. Давай здесь еще, пожалуйста. Две ДНК, это неплохо, ребята. И также хочу поискать еще нашего Донателло. Где он у нас? Донни, ты где спрятался? Так, наверное, ниже, да, будет? Ага, вот и Донателло. Давайте найдем, тоже у нас три попытки. Надеюсь, две из них будут удачными. Так, одна минус. Это меня расстроило уже. Это меня вообще в печаль ввело. Да, самый худший результат, который я, ребята, ожидал. Из трех попыток всего лишь одна сыграла. У меня нету ни откатов, ничего. Как я буду сейчас играть? Я ума, ребят, не приложу, но надо что-то делать. Так, у нас есть мутаген, но я уже буду его, ребята, потом сам разыгрывать за кадром, потому что сейчас нечего тратить на это время. Ну что, список у нас нормуль. Так, мы с вами в Лиге Сёгунов, у нас 26 ранг, 2 звезды. Ну что же, не знаю, как сейчас это все будет выглядеть, но будем стараться. Стараться проходить. 54 и 56 уровни у нас. Будем начинать, короче, с Леонардо. Нет, Леонардо мы с вами придержим. Давай-ка мы, наверное, начнем Зек и, предположим, Зек и Рокзар. А с ним в атаку пойдет у нас Усаги. Также у нас пойдет, наверное, Бибоп и Тигр. Конечно, конечно, ребята, я боюсь, что Макмен может пустить свою волну либо шоковую, либо вот из маузеров, да? И у меня бедный Усаги упадет. Но будем надеяться, что мы все-таки здесь справимся. Так, отлично, я беру, ребят, провокацию. Провокация взята. Так, он что делает? Он ускоряет, да? Он ускорил свою команду. Плюс он вешает у ворот. О-оу. Вот так нежданчик для меня, если честно, ребят. Ну-ка, попадем, интересно, или нет? Мимо-мимо, зашибись просто, я вам скажу. Ладно, давайте делать себе дополнительную защиту. Плюс контратака, если у нас
пробафается. Пробафалась вроде бы, да? Как раз на Рахзаре. Оу, массовая атака, ребята. Не-не-не-не. Черт подери. Молодцы, классно. Так, Рахзар, отдай ему ответку. Блин, мы мажем, ребят, с вами. У нас хиллера нету, да? У нас с вами нету хиллера. Слушай, это плохо. А у них есть, естественно. Как же без этого-то, ё-моё. Рахзар, дай ответку, пожалуйста. Молодец, Мондогека свою получит сейчас. И я думаю, мы, наверное, его вот так вот сейчас. Тыч, промазал. Тигр падает сейчас мой. Я даже, ребят, я не знаю, что мне делать. Провокация, как вы понимаете, у Рахзара исчезла, да? И черт его знает, как быть. Ну, стопудово сейчас у меня кто-то упадет. Это как пить дать, я вам говорю, точно. Так, Мондогека мы с вами забомбили. Ну и кого нам атаковать? Естественно, кого видим. Кого видим, поехали. Давай, Усаги, на дорожку бомбани ему. Бомбанул, блин. Бомбалейла. Ну и что? Что получается? Ну, так давай сделаем. Эх, Рахзар, Рахзар, была бы у тебя сейчас... Была бы у тебя сейчас провокация, было бы вообще замечательно. А так, я не знаю, ребят. Сейчас еще кого-нибудь положат. Я даже знаю кого, скорее всего, это будет тигр. Нет. Нет. Да, ну, быть такого не может. Но в любом случае, ребята, у нас бонус с вами получится минимальный, блин. Эх, если бы, конечно, он бы промазал бы и не убил бы нашего героя, было бы вообще все четенько. Но, к сожалению, мы тут профукали. Посмотрим, куда мы с вами передвинемся. Ну, я же говорил, что бонус будет минимальный, и мы с вами всего лишь на 6 ступенек поднялись. Это ни о чем. Это вообще ни о чем. Ладно, не будем расстраиваться. Будем, ребята, держать себя в руках, и возьмем мы с вами Фонга. Фонг, мне бы хотя бы вернуться бы в Сёгун 3 звезды, было бы тоже неплохо. Берем, короче, мы с вами Бакстера. Я возьму, наверное, Хана. Нейтрализатора. И давай вот так сделаем. Майки возьму, и при этом всем я буду, наверное, брать... Твою же маковку, кого буду я брать при этом всем? Давай железную голову возьму. Фиг с ним, посмотрим, ребят, как получится. Хочется, конечно, все, чтобы у нас прошло идеально, но... То, что я хочу, и то, что будет, это две большие разницы. Так, уклонение себе ставим. 60%, не стоит об этом, ребят, забывать. Так. Кому-то и атаку понизили, да? Отлично, все хорошо. Давай бомбить. Зачем бомбить? Ясен перец, он будет это делать. Ё-моё, вот это я лопух. Вот это я лопух, ребята. Ну, все, сейчас, наверное, мы еще с вами и Хана потеряем. Давай попробуем шоковую волну вот эту. Постепенно, да, она упала, конечно, но делать защиту. Как думаешь, получится, если мы сейчас бомбанем? Упадут у нас двое здесь. Двое упали. Сейчас мы с вами еще немножко подхиляемся. Не знаю, поможет ли это нам. Так, сейчас будет массовая атака, да? Лучом, блин, лучом. Лучше бы он, конечно, не так делал бы. Ай, во. Это, ребят, мое спасение. Но если сейчас Донателло будет делать... А он, наверное, не успеет. А ну-ка попробуем. Отлично, ребятули. И добивочный. На-ка тебе. Подожди-ка. Что-то не получилось у нас с добивочным. Да хорош ты уже. Давай, свинорыл, падай. Не хочет, ребят. Поджарим тогда его, да? До хрустящей корочки. Вот так вот. Но я, знаете, что не переживал? Потому что там висел на нем постепенный урон. И я думаю, что даже дойди на него ход, он бы просто отдуплился. Его постепенный урон бы уничтожил. Так, ну что, мы с вами получаем полный бонус. И фигушки, мы еще пока в Сёгуне висим. В Сёгуне 2 звезды. Блин, плохо. Я хочу туда попасть. Так, и здесь мы с вами возьмем уже, скорее всего, вот этих вот ребят. No name, как говорится, неизвестный чувак. И будем брать, короче, с вами. Возьму Лео. Возьму Криса. И, наверное, вот этих вот ребятушек. Да. Возьму Криса, Лео. Я думаю, что Лео сейчас, ну, хорошенько так повредит им всем. Нервишки, хорош ты. Начинает он тут мне выделываться, Микеланджело. Сразу же, причем с лету. Ой, как красиво-то. Слушай, мы можем с вами рискнуть. Да, я рискую. Отличненько. Теперь, естественно, ребята, я уничтожаю Эйприл. Это само собой разумеющееся. И попробую. Слушай, массовым я попробую бомбануть. Ну-ка.
Ай-яй-яй, не надо. Как думаешь, подобьет? Нет? Рискнем. Пипец, блин, ты меня не убей только. Ай-яй-яй, добьем. Все, ребята, нам опять крупно повезло. Это хорошо, когда нам так везет, мне нравится. Ну что ж, мы переходим с вами, наверное, на Лигу Сёгунов 3 звезды. Но еще бой у нас один с вами предстоит. Так, 97-я позиция вообще ни о чем. Надо немножко, наверное, укрепить, да, хоть капельку. И для этих целей я возьму... Мне, наверное, лучше взять вот эту команду, потому что здесь везде золото, но тут все-таки Эйприл имеет 4 звезды. Поэтому, ребят, давайте берем Криса против нас и вот этих ребят. Слушай, ну что-то как-то корявенько. Неужели придется Армагона еще взять? Да кучи, который наверняка сейчас получит звездюлей в первую очередь. Они будут на него все метиться. Ну, естественно, я попробую взять Рафаэлем провокацию. Так, иммунитет, ладно, фиг с ним, пускай будет иммунитет. Крик души. Угу, хорошо. Ребят, теперь делаем провокацию. И дальше смотрим, что у нас тут происходит. Массовых атак много, но в принципе хватает, да? Тут и граната есть, тут. Да тут много чего есть. Нам бы кого-нибудь шлепнуть бы на дорожку. Что такое? Что? Хиляется. Причем довольно нехило хиляется. Вот так мы делаем. О, тихо, давай-ка мы его так еще попробуем. Ну, неплохо. Добьем, пробьем хоть кого-нибудь. Нет, не вышло, ребята, у нас, к сожалению. Так, выстрел опять же по Рафаэлю. Это ничего страшного. Так, сейчас этому хана. Минус один, как говорится. Давай, наверное, мы с вами Криса. Да, я думаю, что лучше Криса здесь бомбануть. Нормуль. Так, теперь этот, что он... Массовая атака? Нет, не массовая. Фу, повезло. Угу. Так, Эйприл в ответку сейчас получит звездюлей, она упала. Да, ребята, все как надо у нас здесь получилось. Все отлично отыграно было. Вообще классно. Мне понравилось, что Рафаэль все практически здесь разрулил единолично. Так, и мы с вами где-то 80-85 позиция будет, да? 86-я. Ладно, хорошо. Так, ну что у нас получается, ребята, что нет у меня денег, этого ничего нету, ничего я купить не смогу, откатов сделать тоже не смогу. Зайдем в магазин, посмотрим, смогу ли я себе купить что-нибудь вот за эти очки. Да, ребят, я могу купить и покупаю еще 3 ДНК на Донателло, раз уж мы решили его с вами копить. Значит, так оно и будет. И сейчас, так как у нас как-то очень коротенько и быстро все это получилось, я хочу попробовать пройти сюжетку. Так, ну-ка, где у нас? Вот здесь, да? Недопройдено все. И больше нигде. Или где-то еще есть косяки. Посмотрим, ребята. Глава 6, по-моему, полностью, да? Вдоль и поперек излазено. И тут все, как говорится, четко. Тут не придраться, да, тут все замечательно. Значит, получается, в 7 главе именно на уровне сложной у нас есть еще, ребята, небольшие погрешности. Ох, ё-моё, даже здесь есть погрешность. Кстати, вот это ненормально, ребята, это я буду исправлять и буквально сейчас, прямо на ваших глазах. 76-й, ну-ка, что у нас тут? 75-й, так, я думаю, может быть, нам взять вместо Криса. Нет, Крис нужен. Или не нужен? Кто лучше, Крис или Бакстер? Как думаете? Блин. Поехали, попробуем так. В тот раз, по-моему, мы все-таки с вами, ребята, с помощью Криса играли. И пройти все-таки не смогли. Попробуем, как у нас сейчас все это дело зайдет. Так. Нам, конечно, нужен хиллер на самом деле. Причем крутой хиль. Да что ты делаешь? Упс, постепенный урон. Блин. Чтоб их всех, а? Ладно, ребята, будем разбивать. Отлично. Так, этого наказываем. Постепенный урон, да, бомбит. Причем очень серьезный бомбит. Ну-ка. Так, ага, при ударе мы, значит, можем снять защиту. Это круто. Да что ты, еще раз, что ли? Блин, ребят, придется переигрывать. Ну что это за дела? Что это за фигня получается у нас такая, а? Ну серьезно. Надо было вот этих хламонов уничтожать в первую очередь, блин, а не смотреть на них. Ладно, здесь я попробую, ребята, очень быстро сделать все. И правильно. Ага, правильно. Получится у меня тут правильно, конечно.
Так, ну что, добиваем, наверное. Раз, два и три. Последняя волна. И тут у нас Рокстеди. Провокацию взять. Ну давай я возьму провокацию, фиг с ним, так уж и быть. А у них же массовая атака, по-моему, да, ребят? Надо уничтожить Рокстеди. Почему, ребят? Потому что у него массовая атака именно в плане жаровня. Он из огнемета всех будет тут жарить. Ну, если, конечно, он успеет. А он должен, может успеть. Хотя нет, нет, ребятулечки. Ни шиша он не успевает. И мы с вами проходим на 3 звездочки. Уже так как-то хорошо на душе. Уже нет никаких погрешностей, ребята. И плюс еще ДНК на нейтрализатора. Ну что же, тогда давайте под эту всю песенку попробуем пройти вот этот 10-й эпизод. Ах, елки-палки. А получится ли у нас пройти этот эпизод с этими двумя боссами? Вы помните, ребята, да, что это было? У них есть двойные такие атаки. Магмовый, который из магмы, он выплевывает магму, соответственно, да. А каменный, он как бы типа электрический. Так, что тут? Ну что ты, ну, зэк, ну ё-моё, ну почему ты вот такой вот ватный? Я не понимаю, блин. Почему ты вот такой вот ватный, блин? У тебя уже здоровья нету. Игра только началась, все, он уже, ребят, пипец, блин. Ну как так можно играть? Я не знаю. Вот серьезно, вот именно этим он меня и раздражает. Вроде все хорошо, да, у него он бьет неплохо, он выстрелит. Ну вот это вот, ну что, ну... Тьфу ты! Я не могу. Вот, и что, вот вы хотите сказать, чтобы я на него вот просто-напросто брал и тратил отхил? Вот ради него? Нет, мы в следующий раз попробуем вместо зэка взять кого-нибудь другого. Но это не дело. Ну я серьезно говорю, ну что это такое? Сейчас еще и отдуплиться мне тут, а? На дорожку, блин, давай. Я не удивлюсь. Так, что мы, давай маузеров выпустим сюда. Так, вот придется, вот просто придется, ребят, из-за него только. И то, и что это называется? Это называется, мы хильнулись? Да, ребята. Это называется, мы хильнулись. Блин, короче, зэк меня здесь вообще расстроил в этом раунде, потому что, ну, сами вы прекрасно все видели. Давай посмотрим, как тут у нас все пойдет дело. Я знаю, что один удар, и, конечно же, он, Рафаэль просто... Ой, Рафаэль, зэк, конечно же, просто сдуется сразу же. Зачем мне этого? Мне надо было вот этого бомбить, блин. У меня... А что у меня? Понятно, у меня еще и все спецудары, ребята, заблокированы. Вообще замечательно. Так, железноголовый получил. Так, промахнулись. Ладно, еще получил. И еще бомб... Да ты... Вы что, достали, что ли, уже? Хорош. Ну и что? Мне как? Вот что мне делать? Провокацию лучше ставить или... Ну давай. Хотя, наверное, надо было ударить. Почему-то мне кажется. Давай-ка мы... Вот этого мы можем с вами хорошенечко, да? Поджарить. Ну это-то понятно. А вот этому бы по возможности заблокирую. Заблокирую ему. Хера он не заблокировал, ребята. Ну, попробуем. Была не была, как говорится. Е-е-е! Ребята, это просто чудо. Вы сами только что прекрасно видели. И, ну, я сам даже не ожидал. При таком вот практически дохлом зэке мы с вами на 3 звезды умудрились пройти. И у нас остается всего лишь 2 эпизодика. Давайте посмотрим, что у нас тут. 80-е уровни. Это, наверное, будет... Очень и очень жестко. Но я хочу глянуть. Мне просто не терпится посмотреть, что здесь будет происходить. Чтобы приблизительно знать. Ага, ага, вот эти вот, да? Вот они, эти, которые вешают на нас постепенный урон. Их нужно, ребята, в первую очередь бомбашить. Я попробую, я постараюсь. Что он там делает? Чего? Он захилял их всех! Ты прикинь, он их просто всех захилял. Ну-ка... На тебе. О, видал как? Бомбим. А так получится у нас с этим? Н-н-н. А знаете почему, ребят? Получается, что у нашего, как его сказать, у Леонардо удар будет посильнее, чем у Микеланджело. Ведь так? Получается так, ребята. И смотри, и начинают опять же бомбить они именно по зэку.
На тебе, гаденыш. Добивочный. Так, вторая волна. Вторая, ребята, волна. Так, ну здесь опять же ничего страшного, сложного, тяжелого нет. Будем просто с ними разбираться. Маузеров тратить. Хорошо, давай потратим маузеров. Ага, минусанули. Так, замечательно. Кто у нас тут паршивые? Вот эти вот, они массовые атаки, да, делают? Поэтому нужно их убить. Это тоже массовик, затейник. Попробуем. Эть, слабо как-то получилось. Блин, и он ответку дал. Ну, давай еще зэка мне здесь подбейте, блин. Я, ребята, делаю провокацию. И что мне тут? Что мне тут сделать? Ну, давай вот этого я попробую, наверное, добить. Ага, добил аж 20 раз. Так, если получилось. Хиляюсь я, короче. Вот, почему-то сейчас нормально хильнулись. Не знаю, ребята, в чем проблема. Обалдеть, и что вы хотите? Он же сейчас контратаку врубит. Он же опять же в зэка, да что нам все так? Блин, ну-ка, дай ему по шеям. Дай, добей вот этого, пожалуйста. Так, добили, хорошо, отлично. Давай вот этого тебе, тыч. Ну что же, давай посмотрим. А, босс у нас, ё-моё, это же вот эта вот самая кукла, блин, кукла-робот. Вряд ли у меня получится. Сейчас будет двойная атака, да, и будет кого она бомбить? Она будет бомбить сейчас в данный момент по Рафаэлю. По Рафаэлю. Короче, ребят, поехали, начинаем с атак массовых. Ага, неплохо. Так, замедлялочку. Блин, не вышло. Давай попробуем броню снять. Ох. Так, 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 давай вот так вот сделаем. Вот такую вертушку. Есть. Так, тихо, двойная атака. Он еще бомбанет. Или успеет же бомбануть? Что он там делает? Ну, yes. Yes, ребятули. Вот она. Где правда-то вся? Слушай, я серьезно говорю, я не ожидал, что вот так у нас все будет идти четенько, понимаете? Просто четко. Вот это я раздухарился сегодня. Вот это я в ударе, ребят. Ну что же, эпизод 12. Давай хоть глянем. Ничего-то в горле пересохло. 80 уровня, вы помните этого босса прекрасно, да? Здоровый-здоровый пришелец. Ну я не знаю, сможем ли мы с ним справиться. Так, а здесь какого были уровня? А тоже 80-го. Хм. Так, 80-го точно? Ну да, ребята, 80-го уровня. Слушай, ну давай тогда глянем, а почему бы и нет-то? Зэк, прошу тебя, не подведи меня. Не подведи, не падай ты как тряпка, блин, а. Я же тебя старался. Ребята все, многие за тебя голосовали, чтобы тебя прокачать в платину, а ты меня вот так вот подводишь. Не надо так делать. Так, ребят, вот этот вот мне не нравится, этот маузер. Очень не нравится мне он. Так, ладно, предположим, что нам, блин, сделать-то лучше. Как быть-то? Фу, что-то я аж вообще разволновался капитально, ребят. Ладно, давай так бомбанем. Зря, наверное, это, конечно, делаю, суперудар трачу. Ну, чё? Вот чё, вот вы чё, вот вы специально так делаете? Вы издеваетесь, что ли? Я не могу, я вот не понимаю вот этого вот. Как ты вот так вот можешь просто с выстрела взять пол хп снять? Да еще и провокацию на себя повесил, упырь, а? Ладно, я тоже встану, ребят, в провокацию. Давай ответку им, всем раздавай люлей, блин. Они уже запарили, серьезно говорю. Так, бомбанем еще, да? Вот так вот, чтобы было красиво им. Накося. Выкуся. Что? Что? Что ты там пыхтишь? Тресь. Так, ответку. Отлично. Добивочный. Так, и здесь, наверное, ну здесь, конечно, не добьем мы сразу же, но... Так, и заключительный. Замечательно. Так, переходим на вторую волну. Тут их всего три. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не нравятся мне вот эти вот орлы. Поехали. Они мне очень не нравятся. Так, давай вот этого, наверное. Вот. Бомбит. Ладно, ответку. Шикандос. Не надо, не надо, постепенный урон. Блин, он взял, ребята, и... Он мне взял и перед боссом снизил просто-напросто атаку. Ты понимаешь? Он просто мне взял и снизил, гад, перед боссом атаку. Бомбардир фигов. Блин, ну и чё, ну и как? Сейчас, естественно, ребята, зэка завалит. У него же массовые удары. Не забывайте об этом.
Хорош кричать тут мне, бубнилка. Давайте, ребята, пробуем со всех суператак. Отлично, постепенный урон. Постепенный урон, плюс поджигать нет смысла, ребята, потому что у него и так постепенно, или есть, давай подожгем. А, у меня провокации, я ушла, ребятушки. Пипец, мне надо было делать ультразвук железной головой. Ох, ну давай. Сейчас, ох, сейчас он, ребята, раз... Что? А что так хило? Сейчас бомбанет? Ну, естественно, ребятулечки, ну, естественно, он мне не дал, чтобы я даже хильнуться не успел. Просто зэка смело, как будто его здесь и не было вовсе. Смотри, что он там делает. Слушай, ребят, ну я вам скажу одно, если он вот так вот будет атаковать... Ой! А вот если он так будет атаковать, это будет очень плохо. Блин, ну давай. Что, ну что, ну провокацию, хорошо, давай я возьму провокацию. Так, мы его замедлили, якобы. Ага, вот это вот хороший был удар для него, ребята. Поучительный, так скажем. Блин, что-то не пробрали мы его. Голова, держись. Сейчас еще атака. Ой, железную голову потеряли. Потеряли мы, ребят. Ну, он на самом деле силен. Он и тогда-то был силен, помните, в том эпизоде. Но волна добьет его. Волна, в принципе, добьет, но, ребятушки, вы сами видите. Двоих героев у меня нету. Это зэка и железной головы. Но, мне кажется, было бы вполне реально его подбить, если бы, например, нам еще чуть-чуть подкачать скиллы. Будет вообще шикарно. Ну что ж, для меня уже цель ясна, что я буду делать в ближайшее время. К чему стремиться. Ну, а на этом будем, ребятушки, закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!